Каждый год в посольстве Японии в России проводятся торжества в честь дня рождения императора Акихито. Глава Чувашии Михаил Игнатьев был в числе приглашенных. Тему продолжит Дмитрий Ковалев. День рождения императора Акихито жители страны восходящего солнца начинают праздновать задолго. В посольстве Японии в Москве каждый год устраивают торжественный прием для своих партнеров. Две страны уже давно сделали шаг навстречу друг другу. В этом году исполнилось 160 лет со дня подписания трактата о торговле и границах, установивших дипломатические отношения между Японией и Россией. Мы видим, что в зависимости от времени и различных факторов были как благоприятные периоды, так и периоды напряженные отношения. Именно в один из благоприятных периодов японские предприниматели начали реализовывать свои проекты и в Чувашии. Недавно в Чебоксарах открылся завод по выпуску жгутов для автомобилей. Иностранные партнеры говорят, что в республике для них создали благоприятную среду. Главная причина, почему Фуджикура решила начать работу в вашем регионе, это потому, что глава республики оказал большую поддержку предпринимателям. Во время церемонии открытия завода Фуджикура присутствовало много бизнесменов из Японии. Я уверен, что руководители этих компаний увидели красоту в вашей республике и теперь они рассматривают возможность открыть бизнес в вашей республике. Завод дал работу сотням жителям республики и стал убедительным примером зарубежных инвестиций. Мы на самом деле долго шли к открытию производства японскими предпринимателями на территории нашей республики. Вы слышали, знаете, я еще раз хочу отметить, они шли почти 3 года. Пообщался сейчас с государственным министром экономики Японии. Их предприниматели впечатлены. Останавливаться на достигнутом республика не собирается. Частные инвестиции нужны как воздух. Поэтому Михаил Игнатьев пригласил японских коллег посетить Чувашию будущим летом. День рождения республики. Дмитрий Ковалев и Андрей Шоклев. Республика из Москвы.